Ваше мнение касательно выступления Роджера Уотерса в ООН. Молодец, Роджер, что? Не снижает накал, хорошо выступил. При всем уважении к нему, стоит ли России полагаться в делах пиара на отдельных известных, но не подконтрольных личностей? Не получится ли так, что личность внезапно сменит взгляды? Или противная сторона натащит в 10 раз больше известных личностей, и все превратится в балаган? Или положительный эффект оправдывает риск? Да там все, в общем-то, когда Дэвид Гилмор поет нацистские... укранацистские песни, чуть тебя там это не возбудило никак, когда Пол Маккартни бегает по сцене, завернувшись в эту тряпку жовто-блакитную, или какой-нибудь Оззи Осборн орет со своей женой «Слава Украине, героям слава». Ничего нет, но тут Уотерс выступил в ООН. Нормально. Стоит ли полагаться в делах пиара? Всякая лыка в строку. Если он что-то полезное для нас говорит, почему нет? Почему нельзя это как-то использовать? Нормально. Внезапно сменят взгляды, да сколько угодно. Они даже пол меняют внезапно. Вот, сколько угодно, но это не значит, что не надо на свою сторону никого подтягивать.